Сегодня мы поговорим о сроках введения прикорма ребенку с комментарием врача-аллерголога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Важный этап в жизни ребенка и родителей. Часто возникает множество вопросов, когда и как вводить первые продукты, как сделать это безопасно. Вокруг очень много информации, которая порой противоречит друг другу. Бабушки, педиатры, друзья, все хотят дать множество советов о том, как кормить маленького человека. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание для детей до 6 месяцев. Однако важно помнить, что каждый ребенок индивидуален, и сроки готовности к прикорму также индивидуальны. Некоторые дети готовы к взрослой еде раньше. Если ребенок проявляет активный пищевой интерес, хорошо сидит сам или с поддержкой, ребенок открывает рот, когда к нему подносит ложку и не выталкивает еду изо рта, то можно начинать прикорм с 4 месяцев. Важно продолжать кормление грудью или смесью и в процессе введения прикорма, поскольку молоко и молочная формула в этом возрасте – основной источник энергии. Первая твердая еда нужна скорее для того, чтобы познакомить ребенка с разными текстурами, вкусами пищи, что позволит в будущем построить полноценный разнообразный рацион. Начинайте введение прикорма с маленьких порций, половины чайной ложки вполне достаточно. Нормально, если ребенок морщится или выплевывает еду, не заставляйте ребенка есть. Также абсолютно нормально, что лицо, руки, одежда ребенка и все вокруг будут в каше или пюре. Старайтесь разговаривать с ребенком во время еды, можно называть вкусы продуктов. Если ребенок отказывается от брокколи, не отчаивайтесь, просто предложите этот продукт снова в другой день. Предлагайте ребенку небольшие порции еды, чтобы он сам мог контролировать объемы, чувствовать насыщение и просить добавку. Старайтесь по возможности есть одновременно с ребенком, дети отлично копируют поведение родителей и учатся в процессе. С 6 до 8 месяцев удобнее давать ребенку еду в виде пюре, после 8 месяцев предлагайте мягкие кусочки, продукты, размятые вилкой. Вводите постепенно однокомпонентные продукты, один продукт в течение 3-5 дней, новые продукты можно добавлять к уже введенным. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!